Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор первого каталога Faberlic, первый каталог 2024 года. Итак, поехали! Хочу поздравить вас еще раз с наступающим Новым годом, потому что это последний длинный ролик на YouTube и в Дзен. Пожелать вам счастья, здоровья, успехов, карьерного роста, клиентов побольше, кто занимается Faberlic. Но самое главное, конечно, здоровье. Здоровье, душевного равновесия, спокойства, спокойствия. Пусть в вашем доме все будет хорошо. Пусть ваши мечты исполняются. С наступающим, мои дорогие. Каталог. У нас с вами здесь не сильно много новинок, но тем не менее, есть что сказать, я буду акцентировать внимание именно на своих любимых продукциях, на своей любимой продукции, на своих любимых продуктах. Итак, поехали. По серии So Young есть отдельный ролик, поэтому на ней останавливаться не буду. Кто хочет, тот найдет, поищет, посмотрит. Здесь мы с вами будем применять зимние купоны, зимние скидки. Был вопрос, можно ли эти купоны подарить. Нет, эти купоны нельзя подарить, именно вот эти 50%-ные. Мы можем их использовать только в своем личном кабинете, где они у нас и появились. Заходим в личный кабинет, нажимаем на человечка, если это полная версия сайта. Если это приложение, то там прям сразу видно раздел «Купоны и акции» или что-то такое. Ну, в общем, слово «Купоны» там будет. Заходим и видим там все свои купоны. Также мы их где увидим? На втором шаге оформления заказа, то есть в акциях консультанта. Заходим туда и видим, что конкретно Faberlic даст нам взять по этим купонам. Как правило, их выгодно применять именно на то, что редко бывает со скидкой 50%. Некоторые продукты в каталоге бывают часто со скидкой. Я сакцентирую сейчас внимание, что лучше взять по купонам. То, что бывает вот крайне редко, на что редко в каталоге бывает скидка, вот то выгодно, естественно. Здесь у нас будет уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, wellness, декоративка, косметика для дома, ароматерапия. Ну, в принципе, все, кроме того, вот одежды и так далее. Видите, здесь даже есть носка, что для зарегистрированных покупателей купон в бумажном виде был вложен в заказ, а в электронном доступен в личном кабинете на сайте Faberlic после оплаты заказа. То есть, если вы по 18-му каталогу заказ не оплатили до 31 декабря, то купонов у вас не будет по 18-му каталогу. Если вы вдруг будете оплачивать его, ну вот заказали вы в последние дни декабря и будете оплачивать его в начале февраля там или при получении, ой, января, купонов у вас не будет, когда оплачиваем каталог, да, заказ в каком каталоге, то и получаем. Имейте это в виду, а то будете рассчитывать на купоны, опоздаете с оплатой и их не получите. Скидка 50% предоставляется от черной цены, базовой. То есть смотрим патчи ICU. У них как раз будет 50% скидка и так просто так. Черная цена 1700. Делим ее пополам. Это у нас с вами будет 850 рублей. И еще минус скидка консультанта. То есть так же, как и в каталоге. 849 рублей минус скидка консультанта. Ее мы тоже, конечно же, минусуем. Не просто минус 50, а еще скидка консультанта. 20 или 26%. Имейте это в виду. Там будет открываться на втором шаге оформления заказа список. Из этого списка не в каталоге, не в какой-то категории товаров, а именно в этом списке мы должны выбрать товар, нажать обязательно кнопочку «Применить», и только тогда продукт со скидкой 50% появится в нашей корзине. Обращайте внимание. У нас с вами крайне редко бывает скидка на кушоны. Буду брать, возьму себе в запас. Кушон Айсиул, его люблю больше, чем Babyface. Он как-то немножечко повлажнее, что ли. Больше подойдет для сухой кожи. Хотя по финишу, по эффекту они практически одинаковые. И здесь универсальный оттенок, который подстраивается под тон кожи, поэтому не смотрите на то, что он коричневый, он даже белоснежкам очень хорошо подходит. То есть он у нас с вами редко бывает по скидке. Его черная цена 2300, делим пополам 1150, минус скидка консультанта за 1000. Кушон можно будет взять. Вообще на линейку Айсиул редко бывают скидки, поэтому здесь, конечно, купоны можно применять. Гель-скатка 450 рублей, за 380 где-то со скидкой консультанта она будет. Классная цена, прям рекомендую присмотреться. Тот же тоник 200 рублей будет. В среднем приблизительно цену называю. Гидрофильное масло, тоже на него редко бывает скидка. Также и на пенку. Вот кто любит линейку Айсиул, сюда купоны прямо советую потратить. А линейка на самом деле достойна внимания.
Жемчужный крем для умывания, который просто потрясающий, великолепный и шикарный. Очень рекомендую. Он будет около 400 рублей, 380-400 по купону со скидкой консультанта. Те же кремы великолепные, просто великолепные. Мисс Кинни, мне не очень нравится линейка, поэтому я про нее говорить не буду. Парфюмы. Если есть любимые парфюмы, тоже выгодно брать со скидкой. На что у нас она бывает редко. Расскажу. Тут у нас пока в начале каталога все вперемешку. Зубные пасты. Бероил, допустим, берем линейку со скидкой. Сыворотка. Классная, кстати, легкая сыворотка. Не могу сказать, вот, что делает какие-то чудеса. Я все жду накопительного эффекта. В целом линейка очень классная. Но есть уходовые продукты Faberlic, которые мне нравятся гораздо больше. Вот честно. Но пока жду. Так, 1800. Делим пополам. 900 рублей. За 850 где-то рублей можно будет взять сыворотку по купону. Приблизительно на некоторых продуктах останавливаюсь и рассказываю. То же самое с кремом у них. Такая же цена. Линейка One Week Miracle редко бывает на скидках. Можно брать по купону. Здесь что-то. Куркуму очень советую на зиму. Особенно ночной крем. Дневной мне не понравился. Потому что там есть SPF-фактор. Я его ощущаю. Я не люблю его в уходовой косметике. Особенно зимой. Ночной крем, прям куркуму. Так, смотрите, он у нас и так будет по скидке 40%. Если брать по купону, будет где-то за 670 рублей приблизительно. За 670 рублей. То есть можно немного 100 рублей сэкономить. Пачки дорогие Лев Океану и всю серию тоже. Вот 50 у нас с вами на маску. А на остальное скидок нет, можно взять по купону. Линейка Global Oxygen. Тоже здесь не бюджетная пенка, не бюджетная кислородная маска для лица. Можно на что-то купончики потратить, посмотреть. Axiology она и так всегда дешево, нет смысла. Маска прикольная, классная. От нее, кстати, весь эффект, но я терпеть не могу ее смывать. Все вокруг черное, пушковый волос там застревает на лице, вот эта вся чернота, тяжело смывать, поэтому не беру. А так за 250 рублей ее можно будет взять. Блюр, кстати, девочки, блюр, это прям супер. Крем, так, а где у нас сыворотка? Сыворотки нет в каталоге, но она наверняка есть на сайте. Но, скорее всего, ее, если нет в каталоге, то не будет и возможности взять по купону. А так пополам 700. За 600 рублей приблизительно можно взять. Это классная цена для этой серии, потому что серия крутая, реально блюрит кожу. Гиалуронка и так дешево, коллаген тоже и так дешево. Кислоты, пожалуйста, первый шаг, 800 рублей, пополам 400. За 350 рублей можно взять себе кислотный уход. Шикарненько, просто шикарно. Хотя и так, смотрите, первый и второй шаг у нас с вами 749. Минус скидка консультанта, тош на тоши выйдет, поэтому выгоднее именно набором брать, нежели по купонам. Я надеюсь, что по купону еще будет полный балл. Я тогда все потрачу, наверное. Хотя все нереально, у меня их очень много. Серия ретинол и коллаген тоже редко бывают со скидкой. Шприцы. Здесь все тоже можно по купону взять. Выйдет достаточно выгодно. Линейка для тела. У нас бывает, смотрите, автозагар со скидкой 60%. Наверное, срок годности подходит уже. У меня их несколько штук с истекающим сроком годности. Люблю деликатный очень автозагар, пятен не оставляет, хорошенький, классный. Вот уходовая линейка для тела, тоже можно взять подешевле. Серия Гардерика, у нее более-менее адекватная цена, но можно взять тоже подешевле. Смотрите, кремы в тубах, они для более возрастной кожи, они более питательные. 1000 пополам 500, за 430 рублей где-то выйдет баночка. То же самое с Матридженик и с Реноваж, такие уходовые линейки, у них в принципе средний ценник, но сэкономить взять тоже можно. Так, на декоративку. Здесь вот всегда по купонам выгодно брать тоже что-то дорогое. Какие-то палетки, например, если очень сильно хочется. Если жидкую матовую помаду брать, у нее, кстати, редко бывает в последнее время скидка, но я ее прям вот обожаю, то она выйдет где-то 260 рублей по купону, да, а так 300. Ну, то есть не сильная экономия, поэтому здесь можно рассматривать запеченные тени для век. На них и так 40% будет. По купонам из декоративки туши у нас все дешевые, у нас дорогих тушей нету, все до 300 рублей, поэтому про них тоже не говорю. Какой-то дорогой тональный крем, если вы любите сыворотка Neo Serum, пожалуйста, кушон опять же. А вот эти палетки выгодно, 500 пополам, минус скидка консультанта, где-то за 400 рублей можно взять. В каталоге и так 40%, но с купончиком будет подешевле. Линеечка Do The Best, здесь опять у нас скидки, поэтому по купону не будет не очень выгодно. Это пудра и так всегда за копейки бывает. Так, парфюмы. Вот смотрите, на что бывает редко скидка. У нас, как правило, редко она бывает на Пурдужур. Кто любит этот аромат, 6 тысяч пополам 3 тысячи, минус скидка консультанта, где-то за 2 700 можно взять. То есть разница прям
ощутимая. В парфюмах всегда разница очень ощутимая. Queenship у нас с вами 2000, за 1800 можно будет взять. То есть парфюмы, смотрите, какие редко бывают со скидкой. Вот, допустим, Алатау, на него и так 50. В эту сторону не смотрим. Мурмур 45, тоже смысла особо никакого нету. Элисар, у Виолетты старичок, не знаю, как его еще не убрали, кстати, очень достойный парфюм. 1600 пополам, 800, он так и есть у нас с вами со скидкой, эти все 50% идут. Так же, как и Дезирабль, здесь у нас и так 50% скидка. У Ферика Сенсуэли часто бывает по распродаже. Восточные 2000 пополам, 1000 за 850 рублей где-то можно будет взять, то есть тоже дешево. То же самое Гала Сафа Самар, 2300 пополам. Женский у нас с вами это 1150 за 1000. Нормально вообще. Вот на Юдашкина редко бывает скидка. Мне, кстати, очень понравился Gold. Мне так он понравился сейчас на зиму. Такой он вообще классный. Такая пудра вкусная. Мне очень понравился. Вот смотрите, Gold у нас с вами 2000. На него редко бывает вообще скидка в каталоге. 2 по каталогу, 2500 пополам, 1250. Ну, где-то за 1000 с небольшим можно взять большой флакон. Вообще круто. Ну, также и мужской там. Вот таким образом мы с вами все рассчитываем. Смотрим, что выгодно нам с вами взять, то и выбираем на втором шаге оформления заказа. Не забываем, то есть не в общей куче выбираем, а именно на втором шаге. Вот парфюмы здесь тоже смотрим, что почем, куда, туда, сюда и так далее. Для волос салон Kia редко бывает со скидкой. Кто любит эту уходовую линейку, можно брать, выходит гораздо дешевле. То есть так у нас с вами 449, а так 600 пополам, 300 за 270, 200, за 270 рублей можно будет взять. А так 449. Вот, представляете? Маску еще не пробовала, будет ролик, и он, скорее всего, уже есть на Дзене. Подробный ролик про эту масочку. Так, дальше что у нас? Краски невыгодно, они недорогие. Вот эта линейка тоже недорогая. Смысла брать по купонам ее нету. В основном вот салон Kia, серия, которая ценник повыше, редко бывают скидки. Морожка бюджетная. Вот Blonde Conte тоже достаточно выгодно. Здесь у нас будет на сыворотку и так 50%. А если брать шампунь, маску, бальзам, 270 рублей где-то выйдет. А так 449. То есть разница тоже ощутимая. На эту серию тоже редко бывают скидки. Ботанику не имеет смысла. Бьюти-кафе. Вот это вот все, что у нас продается за копейки. Это по купонам смысла брать не имеет. Опять же, если буду давать за все высокий балл, я, конечно, и ботанику буду брать по купонам. Так, ну пасты у нас тоже крайне бюджетные. Если брать их по купонам, смотрим, 150-120 рублей выйдет со скидкой консультанта где-то паста. Вот так. Это как бы тоже не дорогой продукт Faberlic, поэтому не смотрим. А выгодно линейку профессионального ухода за волосами, то есть концентраты против выпадения, разогревающую маску, активный шампунь. Вот это все выгодно. Вот эти странички, вот это все выгодно. А тут единственное, вот набор, как бы, ну, почти то же самое будет выходить. Профессионально вот это вот очень выгодно. Здесь тоже никакой разницы нет. Серия Love у нас тоже даже 55 аж процентов. Посмотрим, что можно будет брать именно из продуктов для дома, то есть бытовой химии. Посмотрим, что там у нас будет. Ну, наверное, все, что в каталоге, я так думаю. Но здесь тоже особенной выгоды нет. Здесь разница в цене. У нас так почти вся бытовая химия всегда со скидкой. Из wellness, конечно, выгодно коктейли. 3600 пополам, 1800 за 1500 можно взять. Коктейль wellness любой, но на них иногда тоже бывают скидки. То же самое по БАДам. Смотрим, ну, скидка и так 40%, если берешь две позиции, да, здесь и так 45%. Будут ли молекулярные БАДы там? Ну, должны, по идее, быть. Здесь у нас 3200, допустим, делим пополам. Это 1500. 1400 где-то со скидкой консультанта выйдет баночка. То есть выгодно. Выгодно, если они там будут, если они относятся к категории wellness, у нас с вами молекулярные БАДы, надо смотреть, то будет выгодно. Потому что, вот видите, у нас с вами прописали, что wellness, именно wellness. Навряд ли они относятся, конечно, сюда. Было бы очень хорошо. Вот, будем смотреть. Потому что я не помню, если честно, что к категории именно wellness относится. Только супы у нас с вами, добавки, чаи и все. Так, кружка. Такие вещи по купонам у нас с вами не бывают. Всякие Denas, кружка и так далее. А очень жаль. И одежда тоже по купонам у нас с вами никогда не бывает. Посуда тоже по купонам никогда не бывает. Поэтому я все это дело пролистываю. Для дома достаточно выгодно брать линейку Greenly. Кто ее любит больше, чем классические порошки Faberlic.
Здесь, потому что порошок у нас с вами идет за 600 рублей, а так 500 минус скидка консультанта. Ну и так 45. Нет, здесь ну, не очень опять выгодно. И так 45, здесь аж 55, поэтому тут опять 45. Ну, то есть выгода минимальная будет. А здесь у нас с вами 600, тоже небольшая совершенно выгода, всего 49 рублей будет. Тоже небольшая. Это по VIP-программе я такие вещи беру. Гели для стирки опять 45. И порошки у нас опять 50. И так без купонов. Но если порошок по купону будет с высоким баллом, конечно, я его брошу по купону. Тут у нас желтые ценники аж 55. Опять 50. То есть обычному потребителю особо выгоды в бытовой химии никакой нет. Поэтому кладем свой глаз именно в сторону парфюмерии, ухода. Корзиночки снова напечатали. Хочется еще одну взять. 40% будет. Очень удобные корзиночки. Безумно их прям вот люблю, обожаю. 55 на средства для мытья, на чистку 50, на мыло для кухни 50. То есть тут я даже не знаю, куда положить свой глаз, чтобы использовать купон, девчонки. Потому что и так везде больше или так же, как по купону. Да? Все 50, все 55. Даже средства для прочистки труб, смотрите. Тут 55. То есть у нас море распродаж на самом деле в первом каталоге. Смотрите, обращайте на это обязательно свое внимание. Кстати, линейка Уму, вот я ее пролистала, там очень классный крем, вам не дала отзыв на эту новинку. И как раз хотела посмотреть, есть ли он вообще в каталоге. Потому что я уже который раз на него внимания не обращаю. Или он у нас как-то внезапно так появился, но его нету. Новая упаковка у него. А, понятно. Новая упаковка. Он у нас раньше был в круглой баночке, да? А теперь у нас новая упаковка. Все. Теперь все расставилось по своим местам. Тряпочка классная. Вот на тряпке тоже, по-моему, никогда у нас не бывает купона. Нельзя применить. Так же, как на средства для обуви. Ну и на одежду, естественно, тоже. Все пролистываю. Колготки, которые показывала вам в обзоре заказа, девчонки, великолепные. И Ксюшкины, и мои. Не буду повторяться, искать их сейчас на это время тратить, но они великолепные, прям вот вообще суперские, замечательные. Так, тут опять 50% серия зима, и вербена 50, и блум 50, и все, что здесь в конце, все 50. Поэтому опять тут купоны не на что применить. Лучшая цена года на блеск для губ. Они мне не нравятся, вот эти блески именно, они липнут. Бальзамы из этой линейки я тоже не беру. Они тают, превращаются в кашу, даже зимой почему-то у меня. Среди помад, к чему стоит присмотреться, сейчас, ну, только почему-то три оттенка выводят, наверное, помаду Satin Kiss. Оттенки такие неходовые остались. Она вообще классная. И Кибальм. Вот к ней рекомендую, пока есть оттенки, присмотреться. Тут вообще 60% скидка. И она, девочки, очень пигментированная. Она не как бальзам, прям она очень пигментированная и губки увлажняет. Вот сейчас на зиму прям посмотрите обязательно. Туши у нас с вами по распродаже. Тут как бы кому что. К любой туши новинка у нас по распродаже, даже карандаш для глаз, лайнер, кстати, очень-очень стойкий. 99 рублей со скидкой консультанта, 70 рублей, девчонки, вообще копейки. Вот где вы видели такие цены, сейчас скажите, Фаберлик впереди планеты всей, вот ей-богу. Так, вот опять у нас с вами парфюмерия, вот новинка, которая у меня, Валентин Юдашкин Голд в мини-формате, будет стоить всего 39, 329 рублей при покупке двух. Классные цены, много миниатюр. Хорошо, что миниатюры есть. Можно совсем за смешную цену оценить по достоинству аромат. Ой, в этой линейке, во втором каталоге, я его уже смотрела, листала, выходит во втором каталоге маска для волос с перцем жгучая. Ой, как жду, будем тестить. Во втором каталоге вообще много классных, красивых новиночек. Прям вот его я жду. Здесь их совсем мало. Здесь мы с вами делаем ставку на купоны, на скидки. Берем все, что давно хотели взять, да, потому что скидки практически на все от 45 до 55%. Вот практически на все. Детская линейка 50. Кремы для рук 89, ну вообще шикарно. И классный подарок будет для новичков. Варежка, очень люблю ее чистить ванну, это безумно удобно, несмотря на то, что она промокает. Это действительно удобно. Вот ей либо оранжевый всегда ванну чищу, или какие-то ходить поверхности протирать, и вообще просто шикарная сказка. Без усилий, очень легко, и все очищается, все просто супер. И очень мощное средство для ванны. Хороший подарок, поэтому кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под видео. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите, что будете брать по купонам, что уже для себя присмотрели. Давайте будем делиться для себя полезными открытиями, покупками. Еще раз с наступающим и до встречи в новом году. Пока-пока.